Во Владимирской области завершилась амнистия. Напомним, ее провели по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нашем регионе под амнистию попали 2042 человека. 511 осужденных освобождено из исправительных колоний и 23 человека из следственных изоляторов. Это чуть меньше 5% от общего числа лиц, находящихся в местах лишения свободы. Как сообщил заместитель начальника УФСИН России по Владимирской области Андрей Матвеев, за 6 месяцев, прошедших со времени принятия постановления об амнистии, сотрудники ведомства обработали свыше 15 тысяч личных дел. Направили несколько тысяч запросов в различные инстанции. А осужденным разъясняли порядок применения амнистии. Работа проводилась буквально до последнего дня. Постоянно мониторила ситуация, потому что люди одни приходили, другие уходили. Необходимо все это было отслеживать. Ну и необходимо, наверное, сказать, что вот последний, кто у нас ушел по результатам применения этого постановления, ушло 23 и 24 числа еще уходили люди. Во Владимирской области наибольшее число осужденных вышло из двух исправительных учреждений – ИК-3 во Владимире и ИК-4 в Вязниках. 10 человек в настоящее время еще только ожидают выхода на свободу. Эти люди больны активной формой туберкулеза, и их освобождение станет возможным только после окончания интенсивного курса лечения.